Первомай. Тысячи курян вышли на главную улицу города, чтобы встретить праздник весны и труда. Не помешала даже пасмурная погода. Не в характере виновников торжества обращать внимание на капризы природы, ведь от работы каждого из них зависит, каким будет наше сегодня и завтра. Люди труда, те, кто нас кормит, именно на их плечах держится экономика, подчеркнул глава региона. Я склоняю голову и жму руки крепко тем, кто сегодня работает на заводах, на фабриках, в стройкомплексе, на предприятиях транспорта, связи. И в нашей социальной сфере наши медики, педагоги, работники культуры, которые своим трудом помогают им решать все эти вопросы. Так что слава человеку труда! У Даниила Черкашина трудовая карьера впереди. Еще 5 лет ему грызть гранит медицинской науки. Молодому доктору предстоит лечить самых маленьких пациентов. Но будущий педиатр утверждает, такой отдых, как сегодняшний праздник, полезен в любом возрасте. Это радость. Это веселье. Все, конечно, должны отмечать его. Судя по тому, какое количество народа собралось, сколько молодежи собралось, то, наверное, это все-таки этот праздник и актуален и в наше время. И как утверждают будущие коллеги Даниила, актуален он не только у нас. Студенты, приехавшие учиться в Курск из Индии, рассказали о традициях празднования в их родной стране. Буду чистить город. Буду убирать... Убирать все города. Ну, то есть вы убираете город и радуетесь его чистоте? Да. Везде, потому что я буду видеть, что все курьяне делают на первое место. И если гости из далекого государства на первомайском шествии впервые, то Светлане Митрофановой эта традиция знакома хорошо. Признается, зачастую на празднике удается встретить старых знакомых, которых не видела по несколько лет. Люди радуются вообще, когда приходят эти праздники. Встречаются с друзьями, встречаются со всеми, с кем только можно. И так настолько это радужно, настолько это приятно, что люди с каким-то сердцем, вдохновением друг к другу относятся. А Любовь Петропольскую Барашкину на этот Первомай ждал еще один приятный сюрприз. Композитор услышала песни собственного сочинения, звучащие на празднике. Какая-то тихая, такая спокойная радость, потому что я уверена, что у нас все будет хорошо. С нашим замечательным президентом, с нами, с нашими людьми, которые настоящие патриоты. Даже подрастающие, маленькие, они уже патриоты. А вот и юный патриот Вера Касьянова. Этот Первомай для нее ответственный вдвойне. Корреспондент газеты «Школьные будни», Вера собирается поступать на журфак, мечтает трудиться на телевидении. А сегодняшний день весны и труда для нее не просто праздник, но и информационный повод. Уже продумывая будущую статью, девушка признается, совсем не ожидала увидеть столько людей. Это потрясающе, на самом деле. У меня складывалось впечатление не такое. У меня душа поет, хочется чего-то большего, хочется чего-то грандиозного. Хочу уже пойти колонной вперед и хочется как-то призывать других людей к весне, к труду. А вот у Ольги Симченко настроение ностальгическое. Вспоминает, как праздновали 1 мая в ее школьные годы. С тех пор начало весны ассоциируется у Ольги исключительно с яркими эмоциями. Была в агитбригаде, одевала всегда форму, мне давали барабан, палочки, и мы шли по площади в городе Суджа. Выбивали шаг, бей, Вероника, бей барабанчик, старый барабанчик. Как признался глава горадминистрации Николай Овчаров, ему больше всего запомнились первомайские праздники студенческих времен. Тогда он учился в Харькове, а сегодня обращается со словами благодарности к курянам. Хочу выразить тем курянам слово благодарности за труд, за вклад, который они вносят в социально-экономическое развитие нашего города. Надеюсь, что и впредь мы сумеем сделать наш город Курск красивым, уютным. Торжественные мероприятия и праздничные концерты прошли в День весны и труда в каждом уголке региона.